В Германии авиаконцерн Air Berlin объявил о банкротстве. Решение принято после того, как главный акционер компании Etihad Airways отказался от дальнейшего финансирования убыточного авиаперевозчика. В совместном заявлении Министерства экономики и энергетики и Минтранса Германии отмечается, что Air Berlin ведет переговоры с другими авиакомпаниями о продаже своих подразделений. По словам министра экономики Бригитты Ципрес, на период реструктуризации правительство предоставит авиаперевозчику кредит в 150 миллионов евро, чтобы компания продолжила выполнять регулярные рейсы в течение ближайших 3 месяцев. По итогам прошлого года убытки авиакомпании составили 800 миллионов евро. О переговорах с Air Berlin сообщил крупнейший авиаконцерн страны Люфганза. В Air Berlin заявляют, что все приобретенные билеты остаются действительными. График полетов пока не меняется.